Hola, amigos, с вами Квантум. Задача построить башню, чтобы она не рассыпалась. На башню действуют законы физики. Открыть и установить орудие на башню, накопить энергию и попытаться победить оппонента. Раунд считается выигранным, когда ты уничтожил реактор противника. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий, что тебе понравилось. Ну а мы начинаем. Радистом уже начал строиться, я еще только одну единицу поставил, там уже все... понастроил, обалдеть. Так а мы... Блядь, да пока я строюсь, Квантумец, ты там уже решил, что стройка это не для тебя. А для сейчас кого? Аккуратненько. Я не знаю, ты... Блядь, пока я строю вот этот домик... Ага, а я что делаю? Все... Ну ты там, блядь, уже пушки ставишь, мне кажется. Уже у тебя пушки, уже у тебя все есть. Если бы было так, было бы прекрасно. Но, к сожалению, это все не так. Так, значит, все очень неплохо. Достаточно прискорбненько. Очень неплохо у тебя все? Очень плохо, говорю. А что у тебя не так? Да в целом все неприятно, неприятно. Мне кажется, Квантумец, у тебя все с таким кайфом там происходит. Да что-то... вообще трындец. Понимаешь, я же тебе говорю, что я сейчас буду играть по дебильной схеме, которая даст тебе шанс. О, да я знаешь как, я шанс твой слышу, блядь, каждый день, Квантумец. Мы только заходим с тобой в игру, первое, что мне говоришь, ну, Димочка, бля, Медобан, это твой шанс. А если что по итогу? Если твои шансы работали, бля, по итогу я насасываю на 7-й минуте, бля. Офигеть, у тебя база. Смотри, играть он умеет, он уже себе фоновую обрешетку поставил, чтобы не видно было, что у него происходит в его домике. Нет, ну у меня совсем дурацкая стратегия, и скорее всего я пожалею, что решил пользоваться этой дебильной стратегией. Я подумал, у меня нет стратегии. А, мы не делать-то не можем, в ротик. Почему так? Мы теряем время. Ну я да. Я извиняюсь. Почему не так? При детях будет сказано, но. Ну, конченый пес! Что сказать, блядь? Гав-гав. Да. Так. Значит, что я еще хочу? Я еще хочу. Так, я бы. Построиться хотел... получше. Да, спасибо, что кстати, даешь мне время на стройку, потому что, ну, для меня стройка это важно. Так для всех стройка это важно. Не ври. Для меня хоть что-то не важно? Тебе пофиг на стройку, мне кажется. Да нет. Мне очень ты даже не пофигу. Ты не стройки, окей. Просто так на всех, из всех стволов. Нет, это не так. Абсолютно это не является истиной, что-то чувствует сердечко неладное сейчас будет происходить. Что неладное, бля, Квантумец? Мы братики, блядь. 5-2-5, пошел! Пи***ц, блядь, ну конечно. Ну видишь, это безопасное оружие, оно тебя не убивает сразу, оно не совсем летальное. Подлец поставил понятно, туда тушнягу. Ну ты Quantum Games, бля, у тебя этим, бля, все сказано, понял? Он уже непонятно. Построился. Не понимаю, о чем речь. Что? О, стоямба! Что там у тебя, Квантумец? Поджог у меня здесь. Поджог. Это 5-2-5, блядь. Минет братику. Как там у тебя это называется? Помочь братику? Никаких минетов не было. Да, пососал братику, блядь. 7-3-2. Костер, ебаный. Что же мне... Да у тебя там везде, что ли, защита стоит? Ну, блядь, я умею только одним способом дефать. Ну, хватит, блядь, меня жечь! Я не хочу, блядь, гореть! Да, блядь, не гори, Димон, не гори! Он так, блядь, меня с этими пожарами своими. Ну, давай, блядь, дальше погорим. Да я тоже тебя поджигаю, ты понимаешь, ты понаставил лазеров себе. Хорошо, ты... Ну, какие вот, блядь, у тебя дальнейшие действия? Да ты нет, можешь... у меня действий, я себя в тупик завел, и все, у меня нет действий, ты понимаешь? Можешь меня не бесить хотя бы, блядь, вот секундочку? Это откуда, блин, прилетело?
На нафиг! А, тебе было по***, а? Интересно, блядь, почему же это так сработало? Блин, ты мне вынес защиту, подлец. И залез, сидишь там, кайфуешь. Ой, горишь. А что ты, блядь, сбиваешь чем? Лазером. Лазером сбиваешься, да. Ой, я сам горю. Тушить братика, блядь. Тушить братика? Что за протокол новый? Тушить братика. 10-4-8, тушить братика. Ух ты, блин, жестко прилетело. Ой, блядь, как мне с тобой сражаться, квантумец? А ты видишь, ты тут что устроил, потому что решил хренью позаниматься. Тебе ну, говорят, полбазы горит. Проверь. На, блядь, вспомнил. Что там, блядь, что-то взрывается, что-то горит, блядь. Что-то горит. Гори, гори оно огнем. Горит что-то, да. Прям так неприятненько горит. Да задолбало, нафиг, сам себя выжигаю. Квантумец, ты меня тоже бесишь, потому что мне кажется, что мы сейчас вообще все, что делаем, все напрасно. Я себе ветряк сжег еще один. Я себе больше урона наношу, чем тебе. Нет, я вот со своими братиками, блядь, типа стреляю. Ну все, бля, это пи***. Твой лазер сжигает все мои снаряды. То есть я по тебе. А это не считается, бля. А, Прекрасно. А я тебе почему вообще никакого урона, блядь, не наносил? Ну как не наносил? Наносил. Ну вообще это не чувствовалось по тебе, ты не занимался ремонтами. Ты не разнес всю базу. У меня не хватает пушки одной ключевой, которую я сейчас тебя выиграл. Угу. Ну а ты просто, блядь... Всего этого нет. Аркадий, блядь. Какой Аркадий, я Даня. Паровозов, блядь. Устроил пожар, потом сам потушил. Аркадий, паровозов. Ёбуй, вроде, блядь, и строишься, и стреляешься, блядь, еще что-то. А все равно, эта елочка кремлевская, блядь, осталась. Это ты чё, дядю какого-то, блядь, посадил? Тебе 4 лазера, какой-то... У тебя вся база горит! У тебя все горит! Москва пылает, мы не отступаем, блядь, это тактическое отступление. Так, чисто, блядь, погулять. Скоро мы вернемся и выйдем с новой силой, блядь. Да это внутреннее состояние души, сука. Вот оно, вот оно. Вот это будет жесткий уровень. Очень жесткий, потому что видишь хрень в центре. Нам ее снести для начала нужно будет вообще. Для того, чтобы продолжить хоть что-то делать. Выглядит не так уж и критично, кстати. Ну там пару попаданий, да, там в бочку залетает и все. И все. Карта, ты говоришь, новее нового, да? Да, ну я не видел ее, по крайней мере. Может быть она не новая, сейчас скажу новая. Она там уже есть 100 лет, но я не видел ее раньше. Он не видел ее раньше, значит она для меня она новее нового. Для меня она тоже новее нового. Ты правда говорить будешь? Да я не играл на этой карте. Уже выигрывал кого-нибудь на ней стопудняк. Блин, Димон, я не играл на этой карте. Ты сейчас там развиваешься страшной силой, а я такой, ох ты, блин, как ты так уже успел. Вот ты мне всегда так рассказываешь, блядь. О, это Димон, ты всегда так рассказываешь. Я тут не говорю. А я потом насасываю. Дальше чем вижу. Это простреливается вообще или нет? Ну, брат, ты что строишь? Ты что, по мне уже? Это хрень вообще полная. Нафиг я это поставил, позорище. Ты уже по мне? Фигачишь? Да, это скорее рофл был. Тебе это не так критично. Бля, когда меня пи***т и говорят, что это смешно. Бля, квантумец. А что это за Это ну циркулярная как, пила. Ты сказал, мы пи***т будем сейчас. Ну мы и не деремся. А что это, блядь? Ты меня правильно. Хочешь, это была драка сейчас? Это было неприятно, как минимум, блядь. Вот сюда, денег. Денег надо? Денег дай надо. Денег. Дай денег.
Денег нужно всем. Дай денег братику. Это какой код? Дай денег братику, такого кода у нас нет. Странно. Самое главное, мы его не сделали, этот код. Это осталось без кода. Бля, я пока строю домик, мне кажется, тут он... Охренительно! Слышишь, какой домик строится? У тебя там массовая застройка жилья, я так понимаю. Не такая массовая, как хотелось бы. Это получается, что делать-то будем? Угу. В моей тоже есть некоторые проблемы. Это все брать придется. Нет, нет, подожди, подожди. Силою ненадобности. У меня прямо сейчас моя башенка пытается загрузиться. Она не понимает, блядь, что мне будет делать надо. О, ништяк. Я бы здесь вот построил домик, завел семью детей. Может, а я тебя хочу начать... все порчу, да? Может, нам начать с тобой играть совместно? В Sims? Прикольно. Блять, сделаем семью, построим дом. Я буду первым этажом. Не очень предложение, вынужден отказаться. Почему? Ты хочешь быть первым этажом? Варианты есть? Блять, тебе быть моим первым этажом? Конечно нет. Ты братик нам в других играх. В этой игре, блять, друзей нет. Вот так, значит, получается. Ну, ты знал. Ты знал, что я так думаю, Квантумец. И не говори, что... Блин, какая дурацкая карта. Ну, обратно, бля, на твоем участке, понял, трава зеленее, это база. Это всегда так было и так будет. Травы зеленой боли у меня здесь нет. Можешь прийти убедиться сам в этом. Так, давайте займемся вот этой подготовочкой. Так же просто нельзя дострелить, правильно? Да, нужно будет сносить эту долбаную башню. Ты там... Это тоже я вижу. Нафиг пацана убил моего нормального. Не-не-не, ну ты борзел, блядь, совсем там. Я? Ты из него... Ты сам начал? У тебя, блядь, сразу 1000 оружий, пи***. Бля, а у тебя опять не будет сейчас перезарядки, нихуя? Ну, конечно, у тебя ее не будет, блядь. У кого вообще нахрен спрашиваю, про какую нахрен перезарядку? А мог бы не стрелять в меня. Так, чиниться, пацаны, чинимся, чинимся. 5-2-5, ремонт братика. Да не братик ты мне. После такого. Ушатал меня по лицу. Понятно, блядь. Ясненько, Квантумец. Вот скажи, я тебя бил? Я тебя не бил, а ты меня ударил, и было больно. Но ты там застраиваться начал, ни хрена себе как. Что это? Блядь! Ну чё за е***ь начали? Это снаряды с обеднённым ураном. Ого! Ну на***. Какие на***. Что это за оружие вообще? Это снаряды с обеднённым ураном. Я понял, блядь. Это запрещено какой-то конвенцией? Нет, здесь конвенций никаких нет. А как, чем ты, бля, обогатил уран, пока я играл? Как ты сломался весь полностью? Что, да, блядь, каким нахуй ураном, что, блядь? Обеднённым ураном. Да мне похуй, что это началось? Да, ты играешь в неё прекрасно, просто пока не понимаешь свою силу. Сюда, ощути свою силу. Слышал я одного такого джедая. И чё? Дальше было. Дальше, на самолетах мы летали, блядь. А, ты гонишь? Да, помню такого джедая. У меня чистая серия по постройкам некрасивых домиков. Кто увлекается, кого интересуют некрасивые домики, я думаю, вам понравится данная серия. Дальше начнется там Квантумца душная, просто у меня будет Но мы будем смотреть на это. Да почему так ты говоришь, вдруг ты победишь? Вот именно, вдруг. Типа, только на этого друга ты надеяться остается. Надеюсь, уже в меня что-то летит, Квантумец, потому что я не культур, ну, некомфортно себя чувствую, если в меня не летит какая-нибудь уже от тебя. Ну, мне пока ничего не летит. Мне прям срочненько надо.
Ничего, мы тебя научим играть. Будешь выигрывать всех, Димон. Да, ментумет. Я сейчас только дом дострою. Меня ебать начнут. У меня оружие, вообще, которым я мог бы тебе ушатать, нет. Так, а чё я не строился? Дурак, что ли? Ладно, давай не будем строить. Ты скажи, ты ставил себе военный завод? Только честно, я вот не ставил, забыл про него. Я тоже нет. Придурки, нафиг. Я тебе говорю, я занимаюсь, блядь, проектировщиком. Ой, я забыл про завод. Мне битвы стали неинтересны. Я вообще, как вообще про это мог забыть-то? Мне кажется, долго жить я здесь не буду. Если домик ваш упал, ничего страшнее нету. И настанет вам... Демотивационная песня. Лучше без ми нету. Ой. У кого-то там броня, скоро нам... Не наговаривай. Да ты уже там нахуешь, я тебе говорю. Бля, а что это за звуки? Что за звуки? Какой-то сейчас был звук плохой, как будто. Не знаю, строю здесь. Автомат приведен в боевую готовность. Нет, у меня автоматов нет. Пулемет, блядь, есть? Нет. Что это за звук был сейчас, как будто бы ты обойму зарядил? Это не обойма, это я просто передернул. Такое бывает. А что с твоей базой? А куда здесь стрелять, собственно говоря? Куда стрелять, блядь? Рано. Рано. 6-3-5-2. Не стреляй, братан, в меня. Ну я не стреляю в тебя. Заценил? Жесть доброй воли. Я, конечно, сейчас скорее всего мне жопа будет из-за этого. А ты шпионом? Ты не шпионом случайно играешь? Случайно нет. А кем ты играешь? А ты говорил, ты там кто хрен странный. Очень. Страшно, страшно, блять. Очень мне страшно, сука, опять. Хранительный строщик получается. Да там что-то перезарядилось, Квантумет. Не перезарядилось. Скоро перезарядится, да, просто? Да нет. Ты же хотел строиться. Да, да, мы играем в нормальную игру теперь. Застройщиков. Я вообще не знаю, что с тобой делать. Охренеть. 6-1-2. Братик, тебе тренда. Ага. Бля, ты все в этих хатчизерах, бля, Квантумец, какой же ты хуй. И все, вот эти бомбы, я просто опять не могу расстреливать. Мои зенитки работают, блядь. А ты знал, что это будет? Я не знал, блядь. Ты специально выбрал эту карту, чтобы с этими хатфизерами играть, которых я не делать. Офигеть, у тебя там нормально живучесть высокая. Бля. Ну, блядь, что оно не тушится-то, не... Что, неплохо ты живешь там. Ой-о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 й, тише, мальчики. Живите. Тушитесь. Бля, я тупо не успеваю сделать да! ремонт. Да все, я даже не ремонтировал базу. Фу, ты меня чуть не разнес. Да куда, блядь? Ты мне повыносил стратегически важные объекты, ты мне батареи все вынес, я не мог заряжать, чтобы, чтобы запустить одну эту штуку.
Ебануться, блять, какие ты стратегии, хуешь, это пиздец. Это были башенки, как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забывай про подписки на канал. Квантум был с вами, спасибо за просмотр, до скорых встреч.